надежда на то, что, ну, может, они будут в таком же ключе дальше развивать все это дело. И Star Wars не скатится вот в это, так уже в эту скатился. Хуйню. Но он скатился, да. Ну, я про вот, если последний три фильма, то он, да, он скатился в хуй пойми что. А сериал это вот как будто прям, блядь, я не знаю, ну заебись. Я никогда не был фанатом, типа, «Звездных войн». Ну, нравились, да, но фанатом никогда себя называть не мог. Но, блядь, ну сериал настолько пиздатый, что хочется, ну, типа, знаешь, чтоб больше вот такого вот делали, блядь, и хочется этим увлекаться, типа. Вот. Поэтому... Классный сериал, блядь. Дай бог нахуй. Здоровья им. Причем я вот помню, когда был анонс первый раз. Я вообще так относился скептично к сериалу, типа, когда еще даже его не показывали. Думал, ну, ебаный в рот. Типа, еще такого персонажа мандалорца взяли. Ну, как бы я слышал, знаю, что это же вообще мандалорцы. Все такое. Из игры я первый раз узнал еще давным-давно там. Рыцари Старой Республики. Там они тоже присутствовали, эти мандалорцы. Там мандалорская война была с джедаями, блядь. Вся хуйня. Вот. Мне тогда было неинтересно вообще про них узнавать, интересоваться. Блядь, ну сериал, вот он прям показал их такие, какие они на самом деле, типа, и я прям охуел. Короче, стоит глянуть, мне кажется. Вот, я сейчас досмотрю, я хочу глянуть теперь второй сезон «Пацанов». А то он давно вышел, а я еще и... мы первым не посмотрели. Не смотрели? Не посмотрели две или три серии, и все. А, я думал, это... Смотрели. А ты где смотришь? Ну... Раньше я, блядь, либо ВКонтакте кое-где смотрел, либо качал через торренты. Вот. Сейчас я тупо нашел этот сайт, где занимаются этим дубляжом Lostfilm. И просто оттуда качаем. Ну, там тоже типа торренты и... У меня просто раньше Plex работал, а теперь он не работает. Я не могу теперь посмотреть на большом телеке. И... Я теперь не знаю, что делать. По поводу многих вещей. В общем, если я все-таки возьму что-нибудь на macOS, новое или старое, да? Ну, скорее, эта проблема будет касаться нового. Не существует официального сервиса Торан. Ну, а значит, я не смогу пиратить, да. На старых маках, пожалуйста, а вот на новом, на Мадинсе, забудь. Ну, представляешь? Из-за того, что новый процессор, сейчас нету даже винды. Это имеешь в виду. Ну, да. Блин, оно со временем-то появится. Торрент? Думаешь? Ну, насчет торрента, ну, я не знаю. Он вообще на маках был раньше? Да, но только через Windows. А, то есть просто ставили либо Windows рядом, либо эмулятор, я так понимаю. Нет, скорее просто ставили Windows. Потому что, ну, это не было проблемы, типа. Как вторая система без эмуляции, просто Windows. Окей.
Это сейчас, типа, половина приложений работает через эмулятор. Просто из-за того, что ничего не пашет. Потому что все адаптировано было под Intel, а тут... Здрасте. Блин, ну... Надо этот вопрос изучить. Вообще. Я просто... Я... Для меня macOS это... Прям... Неведомая хуйня, поэтому я вообще не представляю, какие там нюансы, особенности. Нюансы. Если там действительно никогда не было торрентов, вообще никаких, то... Не, были. Сейчас больше не были. Ну, из-за того, что типа новый проц. Да. Но это означает, не, это что... Это не просто новый проц. Это проц, по сути, который... В принципе, как с мобильными телефонами. Потому в App Store появляется для macOS, да, все мобильные приложения. Я пытаюсь понимаю, связать это все говно. Да. Чтобы как раз. Чтобы как раз уже исключить пиратство. А это означает, что все те же самые программы, которые они пользуются при работе, им придется их покупать. Так, а это что за. Это крик, нам все. Нам как-то все. Блядь, нам как-то вообще не видит. Да. Нам что-то. Блин, ну я не знаю, просто как бы. Архитектура, ну как бы это в любом случае вопрос времени, что могут написать торрент и всю хуйню. Вот. А по поводу как оно будет работать, это антипиратство и. Это же другой вопрос. Ну, блядь. Это нужно изучать. Да ты заебал! Да ты заебал, отъебись! Ну вот он опять меня нашел, как? Я чё, блядь, там свечусь, блядь? Медом намазано. Да, блядь. Он бегал за какой-то шлюхой. В итоге я спрятался, блядь, спокойно там. Сидел. Да, и я вижу, что этот... Он не так ко мне ползёт, блядь. Да не так погано. Ой, неприятно. Да, любую. Разум, да, он как ножом раз. Меня пытались. Никто не хочет собирать генераторы, все хотят спасать и умирать. Команда нам очередной раз уйдет. Недавно сказал, чтобы делать рекавер, он ползает по пути своей оси там. Здорово. За тобой бегает, нет? Блин, он все-таки его. Нахрена ты это делаешь? Что за обмудок-то, ёпта? Как это? Ну, может это. Может, что? И в таком скине уже? Я просто не совсем. Неспоримая. Если сейчас повесит, то это круто. Ну да, это все. Уже все. Bye-bye.
Блять. Ебись, теперь я его не вижу. Он наверху. Спустился. Идет к тебе, по-моему. Ну, в ту же сторону шел. Где генератор сейчас собрать? Меня тут отхиливает. Ау. Опасно. Извини. Он, конечно, за мной подбирает. Остался один. Где теперь только найти этот генератор? Я слышал звук! Я слышал прекрасный этот звук. Но он будет ждать, когда этот просто появится. Тебе много рекава? Много. Они рядом с тобой? Походу, да. Я нашел люк. Ты видишь люк? Запомни, где люк. Блять, остановил. Сука. Ты же мог. Так, крюк, который где-то тут. Все очень плохо. Я не вижу, где еще есть генератор. А ты? Ну, они где-то там. Короче, я сниму дурака. О, этот возвращается. Только. Да, я вижу. Чистить карту. Я пытаюсь собрать генератор у люка. Блять, он ко мне пришел. Все и ушел. Блин. А, понятно, где был, зачем? Зачем? Давай сюда. Да соберешь? Угу. Я пошел ворота открывать сразу. Открываю здесь же. Угу. А там ломать? Или ящик? Он объехал. Все, беги сюда. Угу. Все. Он здесь. Чисто стелс. Да, бля. Ох. Ну, было непросто, скажем. Ну да, я думал, что, ну, что нам как бы все, да. Так, что нам открыть, блять.